Привет всем! Сейчас 9 утра. Мы находимся рядом с Останкиным. Я не видно. Вот, здесь я, Виталий, Крис. И примерно минут через 20 мы здесь будем снимать для ОРТ репортажик. Для программы «Доброе утро» репортаж обязательно потом скинем в описание к видео, чтобы вы посмотрели, как все получилось. Ну а пока разминаемся, готовимся, придумываем, чего здесь можно поснимать на этой площадке. Сейчас я вам покажу ее. В целом площадка на самом деле классная, за исключением одного момента, который всю ее классность убивает к чертям. Дело в том, что рядом с площадкой куча тополей, и эта вся хренотень сейчас цветет. То есть просто невозможно ничего говорить, потому что тополиный пух залетает в рот, и если у вас аллергия, то это просто будет гребаный ад. Так что очень хорошая площадка, очень плохое место. Я башку долбануть, да, если я. А что она говорила там? Тема сюжета турнички добрусь, да? Да, типа того. Или еще что-то. Ну, типа воркаут. Ну вот у нас ну, еще девушка-героиня, которая расскажет, как она похудела. За счет на чем будем заниматься? Ну, на каких конкретных снарядах. На турнике, на брусе. И на турнике, и на брусе, и на скамеечке. Я думаю, просто, ну, девушка это придет, и у нее есть какое-то лучшее понимание того. Ну, дай бог, конечно. В принципе, я думаю. Что... Норм там было, нет? А? Норм был. Да. Не той стороны камень просто. Готовы показать? Добро. Уровень. Чтобы Наталье не было стыдно. Она же видит этот сюжет. Таня, прости. Ладно, ладно, я готова. Отлично, отлично строй. Так, а ты в курсе? Я Сане тоже ссылку кину. Будет смотреть, как ты прогрессируешь. Да? Давай. Будет, да, на этом? Это везде будет. У нас есть папочка такая, типа, позор на телевидении. И вот там это будет. А я вот не ударю в край с лицом. Потому что я монтирую эти видосы, если что, я просто... Ну как? Первый опыт съемок для телевидения? Угу. У тебя тоже? Что? До этого не снималась для ТВ? Не, первый не снимала, а другие каналы снимали. По поводу? Я снималась в передачах. Блин, ты в тень встал, тебе не видно лицо. Делай шаг, да, вот так. Снималась в передачах. Это свидание со звездой, потом с переодевания с мамой снималась. Потом в рекламе Чайхана снималась. И в клипе снималась пропаганда Бори Моисеева с этой со Стасом Костюшкой. Да, у нас тут серьезный человек, ребят, смотрите. Кто бы знал. Ладно, отдыхай, отдыхайте, еще много чего делать. С подхода, только вот отходим чуда в ту сторону, откуда проходим и начинаем. Пожалуйста. Пожалуйста, в кадре, да, знаешь где? Вот здесь. Просто стоять? Не, разминайся, что-нибудь делай. Да, вот. Там, ну, сейчас по выходным очень много народу, причем, ну, обычных людей. Я сколько вижу. Забить. Телеканал, в парке Горького. Сейчас даже я в субботу, в воскресенье был. Потом я залезу на эту штуку и там еще падаю. Давай. Наверное. Ну.
смотри вот сюда. Здесь, да? Варит, конечно, солнце, да, но сейчас мы белым флексом еще чуть-чуть тебя подмышим. Хотел привести себя в форму, потому что на тот момент я мог подтягивать все пару раз, не мог отжиматься на брусьях, и мне не хотелось заниматься ничем таким традиционным, вроде там фитнес-клубов или качалок. Хотел что-то более открытое, свободное, и воркаут дает такую возможность. Ну вот так вот прошли у нас съемочки для Первого канала. Что скажет Крис? Что ты скажешь? Мало снимали. Ну у нас людей мало. Нет, в смысле того, что... Ты понимаешь, что как бы если бы здесь был Саня, он бы снял футболочку, она бы гораздо больше поснимала его. Ну, это понимаешь, да? Понимаешь? Это, Саня, понимаешь, конечно. Да? Саня, да. Знаешь, мне кажется, эти парни бы, если бы я футболочку сняла, они бы даже много сняли. А почему ты не сняла футболочку? Я стеснялась. А вот Саня не стесняется снимать футболочку? Конечно, если бы у меня была такая бы грудь, как у Сани, я бы не стеснялась. Саня давно не был, кстати, на тренировках. Мы, когда ездили в Селятино, записали ему, типа, обращение от всех. Если ты хочешь увидеть его на тренировках, можешь тоже сказать пару слов. Я очень хочу увидеть его и чтобы он пришел, потому что Саня, у меня без тебя стойка не получается. Ты какой-то мой вдохновитель, который вот я вот ты приходишь, и у меня стойка прям сама стоит. Вот. Запишешь, да, пару слов для Сани еще тоже? Да, Саня, приходи, мне нужно больше 20 подтягиваний делать. Саня, пока тебя не было, меня в парикмахерской обрили на лысо и вообще изуродовали, поэтому... Тоже из-за того, что Сани не было? Да, из-за того, что Сани не было. Я сказала, что Сани не приходит, и вот они говорят, ааа, машинкой. Вот так вот, Санек, не хватает тебя людям. Прям все соскучились. Давай, да, возвращайся к нам. Спасибо за просмотр, и если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.